Организация по развитию малых и средних предприятий запустила новый конкурс больших грантов для экспортно-ориентированных молдавских компаний. Как сообщили в организации, бенефициары должны работать на рынке не менее 2 лет и демонстрировать тенденцию к росту. Они могут рассчитывать на сумму от 250 тысяч до 2 миллионов леев при условии собственного вклада не менее 50% от стоимости проекта. Кроме того, для приобретения услуг по развитию бизнеса предприниматели могут получить бизнес-ваучер 100 тысяч леев с собственным вкладом не менее 20%. Финансирование предоставляется через программу поддержки бизнеса с высоким потенциалом роста и интернационализации для закупки машин и оборудования, регистрации и капитализации прав на объекты интеллектуальной собственности, приобретения таких объектов, закупку франшиз, лицензий, программного обеспечения, сырья и материалов, необходимых для производства, а также приобретения коммерческой недвижимости, предназначенной для производственных процессов. Документы на конкурс принимаются не позднее 8 мая.